Всем доброго утра, хорошего дня. У нас периодически в Красной Ниве бывают такие экстраординарные события. Масса растений цветет, или там, допустим, не знаю, там сходит, укореняются черенки. Ну, то есть все это идет изо дня в день. В общем-то, ничего из себя не представляет такого интересного. Но я уже вам говорила много раз, что вдруг зацветает орхидея, например, какая-то, которая не цвела много лет. Вот это событие, вот такое же событие у нас произошло прошлой ночью. Значит, очень много в природе существует вот таких, можно сказать, ампельных кактусов, репсалисов. Я, честно говоря, их систематику не очень-то и знаю. Но вот такие вот кактусы, которые сидят в виде колючих стеблей, вот у них очень много бывает придаточных корней. Бывает, что вот эти членики, вот они все состоят из таких члеников. Членики падают, допустим, на землю или куда-то, и, соответственно, укореняются, и потом вырастает из этого новое растение. Но, конечно, знаменитые эти растения совершенно не вот этим своим таким необычным для кактуса образом жизни, а своим цветением. Ну, цветок очень типичный для вообще кактуса. Значит, с чего он начинается? Он начинается вот с такого пушистого комочка, с такого симпатичного пушистика. Вот как это выглядит. Володь, вот давай подойдем. Вот этот другой вид у нас этого кактуса. Вот он весь в этих пушистых комочках. Вот обратите внимание, смотрите, вот раз, два, вот здесь вот три, вот четыре, пять, шесть. Видите, вот так начинает цвести кактус, начинается цветение. Мы уже как-то вам показывали лесной кактус Марниеру, который цветет таким же образом, и по длительности все то же самое. Вот за это цветение этот кактус и назван царица ночи. Ну вот, мы сейчас уже с вами видим вот этот вот остаток цветка, можно сказать. Видите, это не бутон. Но вчера, когда он был бутоном, он выглядел точно так же. И мы уже понимали, что вот этой ночью он раскроется. Ну, во-первых, он очень интересно устроен. Вот из этого пушистика вырастает такой вот цветонос. Он достаточно колючий, но при этом еще и вот мягкие какие-то волокна у него есть. Вчера он был чуть темнее. То есть изнанка лепестков, она такая вот, даже не знаю, как этот цвет охарактеризовать, какая-то розово-рыжая, да? Вот, и был такой темный, но уже тоже вот так лепестки были в полураспуске, и мы понимали, что ночью это событие произойдет. Ну, а дальше уже вам расскажет наш Владимир, потому что это именно он дежурил прошлой ночью и видел вот это чудо, открывшийся цветок. Ну, вот здесь цвел один, а вот на том кактусе, я думаю, что цветение будет, может быть, даже и несколько цветков, мы тоже это постараемся снять и вам показать. Но одновременно, когда несколько цветков вот на таких колючих зеленых ветках, это, конечно, вообще сказка. Но и один тоже очень красиво. Дальше мой рассказ будет продолжать Володя наш. Музыкальное сопровождение. Да, в музыкальном сопровождении. Он его снял во всей красе. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. И желаю вам приятного просмотра вот этого необыкновенного цветения. Всего вам хорошего. Будьте здоровы.